Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. В очередной раз Umarex не перестает нас удивлять. И сегодня мы рассмотрим такое устройство, как Umarex T4e Heckler & Koch 416 43-го калибра RB. Да уж, длинное название получилось, но это не главное. А главное то, что это очередной пневмат, работающий на CO2 баллонах. Но обо всем по порядку. Насколько мне известно, есть аналогичная модель, но заточенная чисто для пейнтбола. Здесь же все иначе. Это популярная винтовка H&K, за границей является самым последним дополнением к серии T4E. Думаю, многим знакомы такие устройства, как T4E, HDR, HDP, HDS и многие-многие другие. А если нет, ссылочки на видео будут в описании к этому видео. Итак, 416-я, цельнометаллическая, но соответственно не полностью, так как имеются и пластиковые элементы. Оснащена винтовка магазином на 14 патронов 43-го калибра. Снаряжаться данный пневмат может уже привычными нам шарами с мелом, резиновыми, пейнтбольными и перечными для самообороны. CO2 баллон производит дульную энергию в 7,5 джоулей, а встроенный эффект отдачи обеспечивает реалистичную стрельбу. Приклад регулируется по длине, а открытый прицел дает вам четкое представление о цели. Также производитель отмечает, что данный аппарат отлично подходит для широкого спектра боеприпасов линейки Т4Е. На секундочку, позиционируется данная винтовка больше для оттачивания тактических навыков. Далее немного о характеристиках. Вес данной винтовки 3 кг 16 грамм. Оснащена планками Пикатинни. Режим стрельбы одиночный. По сути, информации по данному аппарату очень-очень мало, но он определенно заслуживает внимания. Ну что, переходим к одной из самой интересной части видео. Это цена. Цену на данную винтовку я нашел с трудом. Она составляет порядка 42 тысяч рублей. А вот на расходнике нашел без труда. Банка шаров в количестве 430 штук обойдется в 55 евро. На наши 4700 рублей. Запасной магазин встанет в 85 евро. Это уже 7300 рублей. Недешевое удовольствие, не так ли? Что скажете по данному аппарату? Жду ваше мнение в комментариях. А если понравилось видео, то поддержи меня бодрым лайком и подпиской на канал. Ну обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Медвежий Барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч!